Tell about what happened. 23 декабря я, как обычно, собиралась в университет. Я хотела достать свои вещи, но в этот момент дверь слетела с петель, и она упала на меня. Но я успела отойти, и, слава богу, со мной ничего не случилось. What time did it happen? Это было 12 часов дня. Да, я как раз собиралась в университет, у меня были пары в 13:00. Your neighbors were in the room at the moment. Мои соседки в это время уже были на учебе. Do you know similar accidents? У нас на 7 этаже, в 706 комнате, живет девочка по имени Ксения. У нее был такой же случай, дверь ушибла ей руку, но дверь все еще стоит, никто не починил. What do you think about what happened and what do you like to change in the dormitory? Моя история могла закончиться печально, я могла бы получить ушибы. Но все обошлось. Мне очень жаль, что руководство общежития не обращает внимания на такие важные вопросы. И я очень сильно надеюсь, что в дальнейшем решится этот вопрос.